30-е по счету летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. И в честь этого спортивного события Банк Эстонии традиционно выпустил сувенирную монету, изготовленную по эскизу художника Лиис Дворянски «Ядро». Для создания дизайна монеты мне пришлось изучить, какие логотипы делали художники до меня, чтобы понять, как они представляли Олимпийские игры. Честно говоря, мне не хотелось концентрироваться на чем-то конкретном, а хотелось сделать скорее универсальный дизайн. Я поняла, что Олимпийские игры объединяют людей. Потом взяла бумагу, карандаш и попыталась воплотить свое видение Олимпиады в жизнь. В общей сложности на конкурс эскизов поступило 52 работы. Второе место заняла работа дизайнера Сандера Мейентало под названием «Лондон», а третье – эскиз Мейлиса Леппоя «Марафон». По словам президента Банка Эстонии, выпуск таких монет имеет большое значение. Создание памятных монет – это небольшая, но весьма важная часть работы Банка Эстонии, поскольку мы таким образом можем поддержать эстонский спорт и отметить важные события, такие как, например, Олимпийские игры. В то же время в Эстонии есть и немало коллекционеров, которые ждут выпуска подобных монет. Общий тираж данной сувенирной монеты составил 7500 экземпляров, которые поступят в продажу в несколько частей. Приобрести памятную монету, посвященную Олимпийским играм в Лондоне, все желающие могут уже сегодня в музее Банка Эстонии, через электронный магазин эстонской почты и в конторах банка СЕБ по всей Эстонии. Павел Озеров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.